Всем здравствуйте! 23 июня вся страна пережила шок. Ушел из жизни кумир миллионов, легендарный исполнитель «Белых роз» и «Седой ночи» Юрий Шатунов. Певцу было всего 48 лет. Исполнитель был полон планов на будущее и собирался весной в гастрольный тур по Германии. Его выступления были запланированы на апрель и май. Конечно, все концерты отменились из-за скоропостижного ухода певца. Деньги за билеты людям до настоящего момента не вернули. Отмечается, что «Ласковый май», судя по анонсу, должен вернуться к работе в начале нового года. Новые концерты бывших участников «Ласкового мая» должны состояться в начале 2023 года. И это не шутки, крутой баламутит немцев. Сейчас им можно обещать любых артистов. Юрий Ростоцкий, Олег Крестовский и Андрей Гуров не собираются в Германию. «У них даже паспортов для выезда за рубеж нет», – заявил Разин. Он считает, что коллектив еще сам не знает о таких планах. Скандальный продюсер считает действия Крутого неправомерными, поэтому просит его не вмешивать вокалистов группы в свои надуманные схемы. Артисты не подписывали никакие контракты. Правообладатели тоже не владеют информацией. Разин также напомнил, что Крутой нарушил все законы. На его сайте есть ролик с исполнением детским хором песни Юрия Шатунова. Он снимался в память о нем и Сергея Кузнецове, но никто не спросил разрешения на использование этого материала. Именно поэтому огромные штрафы получат все площадки, которые опубликуют этот видеоматериал. Отметим, что купить билеты на легендарную группу в Германии хотят многие. Коллектив пользуется огромной популярностью. Билеты на анонсированное выступление раскупили уже почти все. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!